Турецкая газета «Хюриет» узнала о решении властей застраховать недавно открытую АЭС «Акую» на 700 миллионов евро. Первая атомная электростанция Турции была построена российской компанией «Росатом». Обязательное страхование предусматривает закон о ядерном регулировании, принятый в Турции в прошлом году. На прошлой неделе Тайип Эрдоган и Владимир Путин приняли участие в церемонии вручения сертификата о передаче ядерного топлива из России на первый энергоблок «Акую». Добавим, что общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов в виде инвестиций. Ожидается, что АЭС сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа.